верную службу назначаю тебе главным по выборам на всю твою оставшуюся жизнь. Спасибо. Оправдаю доверие отчизны. Из доверия, понимаешь, шубы не сошьешь. Из отчизны тем более. Ты, значит, посчитай там голоса как следует. Понял меня? Тимофеич, считай, как в аптеке. Ты нас знаешь. В случае чего не пощади. Господи, на всю жизнь главный. А сколько той жизни-то осталось? Господи. Отжался все-таки болезный. Царствие ему небесное. Пропади! Спрятался гад. Нас не спрячешься. Мы под землей достанем однозначно. Сейчас ты у меня дожмешься по полной программе. Значит, голоса решился считать? Считать вам? Нет, и не считать. Лично против вас, знаете ли, я ничего не имею. Но политические взгляды на выборы у вас совершенно неправильные. Сейчас мы ему взгляды откорректируем. Всю ночь, понимаешь, снилась какая-то дрянь. Чего говорит? Говорит, что ночью тебя видел. А что я делал? Выводил войска из Чечни. А зачем? Потому что там мир установился. Не приведи, Господи. Фу, приснится ж такая глупость. А ты-то сам чего во сне видел? А я видел, что будто к вам какой-то генерал-полковник пришел и говорит: я готов стать министром обороны. Представляете, до какой низости опустился. Да, министром обороны, это, понимаешь, не всякий сможет. Есть куда опускаться. Тут, пожалуй, кроме тебя, действительно, никто и не справится. Кстати, какие там в Чечне новости-то? Вывод войск из Чечни приостановлен. До какого времени? До выборов. А потом? Да потом обратно введем. А зачем тогда, понимаешь, выводили-то? Да вот и я том же. Денег сколько тратится. Проще уж было самих чеченцев из Чечни вывести. Один раз уж вывозили при Сталине. Эх, поздно я родился. Вообще, понимаешь, зря. А что там, значит, с выборами? Да все в порядке. Ваша программа самая лучшая, вам и президентом быть. Да? А чем моя программа от других отличается? Да тем, что в ней нету несбыточных обещаний. Там вообще никаких обещаний нету. Ну, это правильно. А то, понимаешь, некоторые наобещают, а потом не хотят выполнять. Точно. Коммунисты вон все обещают. Обещают, дескать,
деньги у богатых отымем, СССР восстановим, иностранные товары запретим. Вот чем мы от них отличаемся. Они, значит, только обещают, а мы это все выполним. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново, знаете. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя, сын, сказать снова и снова. Надо шли слухи, что кое-кто, знаете, не будем называть фамилии, решил фальсифицировать результаты выборов. Этого нельзя допустить. А вы-то тут при чем? Как при чем? А если вместо моих законных 2% возьмут и фальсифицируют 1.5%? Стыда перед всем миром не оберешься, знаете. Все думали, что я 2% наберу, а я всего 1.5%. Стыд и срам. Чтобы добиться мира, нужна довольно твердая позиция. Патронов не жалеть однозначно. Если зрело поразмыслить, народ меня еще любит. Я думаю, мы все сплотимся вокруг Михаила Сергеевича Горбачева. А лично я уже сплотился. Номенклатура. Нажрались. Растащили страну по кусочкам. Устроились на обломках президентами работать. Лебедь-президент – это несерьезно. Но видеть его в качестве министра обороны, я думаю, были бы рады все кандидаты. Министром обороны? Хрен вам! А не министр обороны! Сами у меня будете министрами обороны! Все до единого! Отче наш, иже сина небеси, упокой, Господи, душу раба твоего Бориса, престай Богородица и сиси, за упокой раба Божьего Геннадия Коммуниста, за упокой раба Божьего Григория Экономиста, святые ангелы и архангелы, за упокой грешной души раба Божьего Александра, Михаила, Святослава, упокой, Господи, грешную душу раба твоего Юрия и раба твоего этого, как его, не помню, забыл однозначно, Ферейн, что ли? Нет, не Ферейн. Ну, короче, Господи, ты меня понял? Не виновен я в крови сего праведника. Не верю. Убедительней надо. С народом ведь будешь говорить. Не виновен я в крови сего праведника. Нет, ты чего орешь-то? Могут ведь и правду подумать, что не виновен. Надо нежно, да усмысленно. Ну не могу я нежно про оккупанта. Ну не можешь, не надо. Ты, главное, руки умывай. Мол, выбрал меня народ и все дела. А точно меня выберет? А кого ж еще? Не глазняка же? Так они же фальсифицируют. Напускай. А у нас на руках будут истинные результаты голосования. А что, уже готовы? Подсчитываем. Так вроде же еще не голосовали. А мы по народной русской пословице живем. Что за пословица-то? Готовь сани летом, а результаты до выборов. Демократы фальсифицируют выборы. Режим пойдет на любые преступления, чтобы сохранить власть. Даешь контроль со стороны Компартии. Никакого, понимаешь, дополнительного контроля не нужно. Я сам выборы фальсифицировать не буду. И другим не советую. И для этого лично буду следить за ходом голосования. Выборы фальсифицируют однозначно сфальсифицируют. И не один кандидат, так другой, а скорее всего все сразу. И я со своей стороны готов предложить посильные услуги. Пожалуйста, давайте. Фальсифицируют или нет, это меня не волнует. Главное, чтобы я был в президентах. В этих условиях огромная ответственность ложится на плечи Центризбиркома. Фактически на эти сутки председатель Центризбиркома станет главной фигурой в стране. На него будут оказывать самые серьезные, если не сказать, страшное давление. Трудно даже представить себе, во что это может вылиться.
Помогите!